Так, живая пища. О, да. Так, что мы можем усилить? Так, звезду жизни мне надо купить, это обязательно. Воды я не знаю, сколько у меня на самом деле ее. Ну, фиг с ней. Оно мне может и не пригодиться. Так, сколько у меня вообще воды-то? В смысле, у меня нет воды? А где она? У меня же было несколько их. А ничего так, что я их собрал как минимум 3 штуки, да? Нет? Зато звезды дьявола у меня аж 4. Ну и ладно. Я точно их много собрал, не одну. Так, сюда я не прохожу, да? Не прохожу. Только зачем? Еще водички купить. Ну ладно, потом прикуплю. Это еще, как говорится, не конец. Где-то тут была миссия секретная. Во, я ее нашел. Скрытый браслет, давай. Начнем от задания. Так, по-моему, сюда куда-то. О, целая сфера, спасибо. Бля. Ой. Нельзя же к ним подходить, я забываю все время. Подожди. Это я выхожу от... Надо вот сюда вот пойти. Так, а в какую сторону-то? А фиг его знает, на самом деле. Тут камера постоянно меняет свое. Ну, раз тут враги, то, наверное, сюда. Я пришел. Ух! Где я вообще? Ты.
25 тысяч сфер набрать. Да я просто... прям даже не знаю, как мне сказать, как мне описать всю степень моей крутизны. Так, а куда мне вообще надо-то? Я сюда только за этим, что ли, приперс? Вот тоже. А, нет, смотрите, вон есть какой-то подъем наверх. Упал. Ты чего? Вы хотите со мной драться, а я не хочу. А придется. Тихо, 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 тихо. Оружие надо переключить. Не просто так. Понятно. Ну ладно. Так, мне нужен мой вот этот вот. Чтоб двойной прыжок был, а то без двойного прыжка стрёмно прыгать. То не допрыгнешь, то перепрыгнешь. Сюда мне, по-моему, да, получается. Хотя... тихо, блин! Да, попасть тут будет непросто, нифига. Потому что прыжок рассчитать практически нереально. Там что? Там что-то есть. Я так понимаю, я туда потом попаду. Пу-пу! Как вот? Ядрить, мадрить. Прям перед носом была эта платформа. Нет, он умудрился мимо пролететь. Я ненавижу это говно. Если есть игра, в котором платформенные элементы сделаны еще хуже, чем здесь, то это Indie Gaiden Black. Ну или Sigma. Там вот вообще пипец. Просто охереешь. Может, мне не на нее вообще надо, она тут... Да, наверное, кстати говоря, точно. Мне не на эту штуку надо, мне надо на платформу. Ну, в смысле, на плато это горное, на горный уступ. Так, ну где оно? Мне надо прыгать на уступ. Наверное. Я, по крайней мере, надеюсь, наверное. Ну да. А уже с этого уступа вот сюда. Вон как это сделано. Подожди.
Что-то там есть. Что это? Так, браслет времени. Загадочный наручный браслет, способный останавливать время. Да, серьезно? Потайное задание выполнено. Офигеть. Отлично. А что это дает? Ну-ка. Хотите надеть? И чё? А как его использовать? Нет, а как его использовать? А, нет. Может так? Нет. Ой, тут даже карта есть. Фиг его знает, но пусть будет. Ага, а я знаю, что это за штука открылась. Ладно, погнали. Ой, а что это такое? Святая вода! Спасибо! А тут и незаметно ее было. Пригодится, может быть, а может быть и нет. Че там, кто там, кто там, че там, кто там? А, я знаю, это говно. Да ё-моё, там ты, может быть, попадешь хотя бы. Замечательно, блин. Новая попытка. Да, новая попытка, потому что ну-ка нафиг. Такой график. Так. Ну, у меня довольно-таки много, я еще куплю желтых сфер, если уж на то пошло. Так, гранатомет, пистолеты, дробовик. Может быть, их можно перестрелять? Кстати, я не пробовал, действительно. Так, попробовать-то можно. Неприятные. Сейчас попробуем. Нормально. Более-менее. Дайте, пожалуйста, лечилочку. Ну, пожалуйста. Ой, что это было? А, спасибо. Лечилку все-таки дали. Ух ты.
Ау-ау-ау-ау-ау-ау. Отойди, Данте. Пипец. Так, ну-ка нафиг. Такой график. Правильно иду. Определенно куда-то я иду. Ой. Тихо-тихо-тихо, не подходи к нему. Блин. По-моему, я пришел туда, куда надо. Надеюсь, по крайней мере, на это. О, да, куда надо пришел. Так, подожди. Ну-ка я возьму гранатомет. Быстро довольно-таки. А где еще один? А нет, у него. Он, похоже, упал в лаву. Так, нет, 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 нам нужен двойной прыжок. Куда? Ай! Ну, это похоже не на время, так что торопиться не стоит. Нет, это на время. Успею, наверное. Ай! Ой! Ай, 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 блин, взял. Ну это опять же из-за камеры. Опять же из-за камеры. Даже непонятно, куда он прыгнет иногда. Вперед, либо назад. Ладно.
Давай, Данте. Ты смогешь. Ты сдюжишь. Ну неужели я добрался? Да. Да, я добрался. Фи. Очень хорошо. Сколько тут защиты-то, блин. Прям, смотри-ка. Так, а я могу прям отсюда спрыгнуть? Да, могу. Слава богу. А то я не хотел возвращаться через это все говно. Пойдем закупимся. А то у меня тут немножко это... поиздержался. Так, звезда жизни 680, давай, святая вода, надо мне еще одну? Наверное, нет. Пусть будет желтый шар еще один, почему бы и нет. Святая вода. Ну, по сути, у нас остался один босс. Я бы не сказал, что нужна святая вода. Босс-то один, конечно, но в трех ипостасях, ё-моё. Я думаю, я и без святой воды с ним справлюсь. Он не такой, чтобы сильно сложный. В игре посложнее гораздо. Вот и закончилась миссия. На троечку. Ну, на троечку, потому что много урона. И еще к тому же я секретную миссию проходил. Это тоже заняло определенное время. Так. Легендарный бой. Что мы можем? Купить всякую фигню. А хорошую фигню не можем купить. Ну и ладно. Свадьба. Клёвая у тебя тут палата, слышь. Strange and ironic that it will end the same way. Irony has favored you this time. Look there. Ужас какой. Триску склонили к садомазо. Интересно, как она там прилеплена? У нее же вроде как эти кандалы-то не защелкнуты. О, вырвалась. Оу. Триш, no. Useless scum. Failure is one thing. But taking an odd behavior like that. What is the matter? It is time to end your pitiful life. А чей-то он раньше так не делал? How much longer are you going to keep zapping? Ну давай, давай, действительно.
I see the same light as in Sparda's eyes. Why my mother? That useless being. If you need a mother, I can create it. As many as you want. Just like I created Trish. Давай-ка мне молодую Памелу Андерсон, и мы договорились. Так, сейчас мы тут полетаем. Не, реально, а чё он до этого так не делал? Было бы гораздо проще игру проходить. Так, ну давай. Надо к нему поближе подойти. Засранцу этому. Я по изичу сейчас пойду, потому что мне уже хочется игру пройти. Есть изи способ его завалить. Раз. У меня он звезд дьявола дофига. Хорошо. На тебе еще одну, мне не жалко. Сейчас уйдет. Бежал. Сейчас мы к нему подлетим. Тебя-то в нее не попадешь. Просто здесь очень неудобно прицеливаться. Мне, по крайней мере. Управление, в принципе, нормальное, но если постоянно приходится маневрировать, нифига не попадаешь. Лечилки надо экономить. Звезду дьявола я могу сколько угодно с собой таскать. А вот лечилок только одну. Вот и все. Ну это еще, сука, не конец. Это печально. Но, правда, вторая фаза его не такая жесткая, насколько я помню. Так, ну-ка. Подожди. Что-то это мне не нравится.
Ой. Убил, да? Нет еще? Ну, почти. Блин. Готов. На последнем холсах. Можете называть это читерством, что я затарился звездами дьявола. Но раз игра это позволяет, значит так можно делать. Чтоб не париться. А Данте, оказывается, родственник Чаку Норрису, да? Ну, Триста оживет, то есть Тришта оживет. От чего? От слез? А говорят, что слезы Чака Норриса вообще чудодейственны. Вот откуда у него такой классный мечик. My father's also here now. Rest in peace. А, завершено за 8 минут. На троечку. Маловато, типа, будет, да? 1000 дали. Так, 1200. Мы можем две звезды дьявола купить. Так, материнское наставление. Покинуть остров до его разрушения. Хорошо. Усилиться. Так, хочу вот это. Хочу вот это. Больше я ничего не могу купить, к сожалению. Помнить бы еще куда бежать.
Ну, Данте, не застревай ты уже, а. Так, а куда идти? Вопрос, конечно, интересный. Шары. Мне надо отсюда просто сбежать. А, мне не позволяют, блин. Забыл. Что надо дождаться. Так, по-моему, мне вот на эту штуку надо. Тихо. Покинуть остров. Да, я выручу. Да. Я так вот не очень помню, как мне отсюда вырулить. Но, по-моему, нам... А, блин, с ним надо драться. Ну, иди-ка сюда. Какой ты живучий, сукин сын, ё-моё. Вот именно. Ну сейчас мы тебя зададим, перцу, тварь. Зарядите собственной силой силой Триш свои пистолеты. Затем используйте демоническое превращение, выстрелите мощным зарядом.
А как его зарядить-то? А, вот как было. Понятно. А я буду ждать. Goodbye. And when you do come back, give my regards to my son, will ya? Только не целуйтесь, а то это как-то это... Раз она на маму похожа, как-то это неправильно. Данте... I... Trish... Devils never cry. These tears... Tears are a gift only humans have. We're too late. Never too late. Mm-hmm. По всем канонам жанра. Если в первом акте на стене висит ружье, то в последнем оно выстрелит. Мы почти с самого начала видели этот самолет. Так, тут бы не нафейлить, потому что здесь довольно сложно улететь-то. Так-то. А, слушайте, по-моему, патчем поправили, да? Да, похоже. Поправили патчем. Он теперь стреляет намного быстрее и сносится здоровье ему вообще ничего от столкновений-то. То есть, я когда первый раз проходил, я вот на этом моменте, наверное, 5 раз зафейлил. У меня просто самолет разрушался нахрен. Но это было давно. Здесь это дело пофиксили, поправили. Дали больше прочности самолету. Прям резик напоминает. Let's not forget, though, the underworld's evil is still alive. They will someday return. There's no need to worry, right? Because the world has the legendary Dark Knight Dante and his sidekick. Грифан. Личность секретарша. Повар и просто хорошая девушка. Devil never cry. Yes. Okay, great. Where's the place? We'll be right there. This one has the password. Sounds heavy. Okay, let's get it over with in 10 minutes. Can't let a single one of those suckers live. 5 minutes. More than enough. Ну вот и все. Наконец-то я ее прошел. Со скрипом я ее проходил. Потому что игрушка-то все-таки хорошая, но кривовата. По меркам своего времени, конечно, была прорывной, но сейчас отчетливо видны косяки и в управлении, и особенно в камере. Ну так вообще отличная игрушка.
Так что первая часть закончена. Встретимся уже в четвертой. Всем спасибо за просмотр и до встречи в других прохождениях.